Мать двоих детей подозревается в убийстве знакомого. Тело мужчины обнаружили с ножевыми ранениями в лифте, а даму отправили под стражу. Что стало причиной расправы и где в этот момент были малыши, разбирался наш корреспондент. Даже готова из квартиры прямо не выходить. Пожалуйста, я вас умоляю. Вот так, со слезами на глазах, молодая мать просит суд не отправлять ее в СИЗО. Ведь, как известно из материалов дела, женщина буквально 2 года назад только освободилась по условно-досрочному. 2 года и 6 месяцев она отбывала срок за грабеж. Но в этот раз статья ей грозит посерьезнее. Все произошло в этой многоэтажке на улице Трошутина. Как считают сыщики, дама распивала алкоголь в квартире вместе со своим знакомым. Дома находились дети. По словам соседей, муж был на работе. Видимо, между 36-летней подозреваемой и ее приятелем произошел конфликт, и женщина схватилась за нож. Пил человека очень сильно. Женщина сильно пила? Да. И при детях убила человека. Все. А сколько детей? Позже подозреваемую задержали. Как стало известно в ходе судебного заседания, дама даже пыталась привлечь для сокрытия трупа свою несовершеннолетнюю дочь. Она предложила своим знакомым вытащить тело. Они отказали, она перенесла тело из квартиры в лифт, привлекла для этого свою несовершеннолетнюю дочь, которая также допрошена стащением по уголовному делу. А кроме того, там замыты были следы крови. И вот женщина раскаялась и просила не отправлять ее в СИЗО, а оставить под домашним арестом. Пожалуйста, хочу домашний арест, если возможно, пожалуйста. Ну, я вину признала, я признаюсь, что я это совершила. Ну, просто, пожалуйста, если возможно, домашний арест. По уголовному делу, как было установлено в настоящем судебном заседании, допрошены все свидетели, что исключает возможность оказания давления моей подзащитной на свидетелей с целью склонения дачи выгодных для себя показаний и уничтожения улик, так как все вещественные доказательства по делу изъяты. Но тракторозаводский суд решил иначе. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданки Кузьминой 1984 года рождения, которая обвиняется органами следствия в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причины, по которым женщина решила зарезать приятеля, пока не разглашаются. Известно, что у нее 2 несовершеннолетних детей. Сейчас, как рассказывают соседи, они с папой.